Всем привет! Сегодня я хочу показать работу, небольшой тест. Вот гитара, может быть, то, что я сейчас говорю, тоже микрофон, но это вот он немножко удаленно от меня, в сантиметрах 30 находится. Хочу попробовать записать, как микрофон Behringer B1 работает, да, вот в обычном режиме, в обычной комнате, и записывать, например, гитару, либо голос. Сейчас вы голос можете слышать, например, с моей камеры Panasonic GH3. А сейчас вы слышите голос микрофона Behringer B1, который я вот записываю вот так. Он не направлен сейчас на меня, а направлен на гитару. Но все же о гитаре. Вот мы послушали, как записывает гитару микрофон Behringer B1. Надеюсь, все стало понятно, очевидно. И это мы записываем в обычной комнате, в квартире, без каких-то там, без подготовки, без всего. То есть всего отличного и увидимся в интернете. Пока-пока.